Ознакомление с образцами вооружения и техники, практические навыки стрельбы и взаимодействие с воинскими частями. В Гродно прошли запланированные ежегодные занятия территориальной обороны. Практические занятия администрации Гродно совместно с воинскими частями проходят регулярно. В этот раз занятия прошли на базе внутренних войск. Руководители предприятий и представители местной власти вспоминают практические навыки, например, владение оружием. Этот навык оттачивали в интерактивном тире на базе воинской части 55-22. Ознакомились представители штаба территориальной обороны и со специальной техникой, а также амуницией, которая стоит на вооружении внутренних войск. Как сказал наш президент, чрезвычайщины никакой нет, но каждый мужчина должен уметь защитить свою семью, страну, родину, поэтому учимся, защищаем. Конечно, многие служили в армии, имеют представление, с чем им придется столкнуться, как этим пользоваться, но все-таки практические занятия никто не отменял. Самое лучшее учение – это практика. Внутренние войска являются частью территориальной обороны Гродно, поэтому один из важных аспектов практического занятия – изучение современной базы техники и вооружения. У нас в войсках и в целом запланировано обновление материальной базы, как и технической, так и в вопросах экипировки, вооружения личного состава. Поступают новые образцы, как и средства индивидуальной защиты бронежилетов, различные образцы вооружения новые поступают. И техника развивается с учетом даже белорусских производителей, которые поступают. И все это необходимо изучать для дальнейшего, чтобы знать, владеть нормами той же посадки для правильного проведения расчетов и, скажем так, планирования мероприятий, связанных с вопросами территориальной обороны.